сейчас портреты моих учеников. Это Тушканчик Андрюшка, это Койот Савелий, а это Бобр Степа. Вот в таком составе мы приехали на соревнования «Светлые горы» 2000, «Светлые горы Open 2017». Соревнования состоятся завтра, 2 сентября, и послезавтра, 3 сентября. И я, наверное, буду капитаном очевидности, если скажу, что сегодня 1 сентября. А 1 сентября – это тот день, когда мы должны объявить, что... Он объявляет школу открытым и уходит из кадра. А Степа объявляет новый конкурс, друзья. Новый конкурс на моем канале. Вы, наверное, знаете, кто такой Иннокентий Валерьевич. Ну и многие из вас знают, что было месяц назад в августовском конкурсе. Один из участников августовского конкурса спросил: а какая фамилия у Иннокентия Валерьевича, моего любимого талисмана свинюшки? На что я ответил, что не знаю, мы ему придумали только имя, и пообещал, что сентябрьский конкурс будет посвящен лучшей фамилии для Иннокентия Валерьевича. Вы спросите, какое этот конкурс имеет отношение к 1 сентября? Никакого! И слава Богу! Это вариант ответа номер один, а вариант ответа номер два. Мне кажется, что Иннокентий Валерьевич – это чей-то учитель, в честь которого и был на... и была названа моя свинюшка. Мы организовали конкурс на лучшее имя для моего талисмана в 2014 году. И вот я чувствую, что победителем стал человек, который назвал Иннокентия Валерьевича в честь своего учителя физкультуры. Ну, точнее, предложил такой вариант. Поэтому есть вероятность, что если очень сильно напрячь наши логические связи, да, связки, то можно привязать конкурс на фамилию для Иннокентия Валерьевича и к 1 сентября. Но мы этого делать не будем. Мы просто объявим конкурс сегодня, а работы будем принимать до 10 сентября включительно. Ждем вас в нашей группе ВКонтакте, где будет создана специальная беседа, и куда вы, уважаемые участники, пожалуйста, и присылайте ваши версии. И желательно уточняйте, почему вы хотите подобрать Иннокентию Валерьевичу ту или иную фамилию, чтобы мы могли потом это тоже как-то логически объяснить. Ну что, друзья, всем удачи в конкурсе, победителя определим 11 сентября, а объявим ему имя победителя 12 сентября. А пока что с вами что делаем? Прощаемся! До новых встреч на моем канале!